короче, Валику помогут. Ладно, Валик, извини, я просто прикалываюсь. Это, ну, не упал, он просто, типа, лег в лужу, и теперь она гораздо меньше. И он уехал домой. А у нас новый выпуск. Ну, как новый? Это продолжение всей той части. Как твое настроение, Владос? Он издевается надо мной. Настроение хорошо. Байк у тебя вообще прям весь сверкает просто. Смотрите. Че, ты все равно хочешь покрышки шире? Как у меня. Да я хочу это сопение потом поставить. Ну все равно, да, хочешь нормально покрыть, чтобы не думать. А, ты если что, если будешь вот эти продавать, ты если что, маякни, потому что я, может, тоже себе заберу, просто я, может, поставлю. Хотя это под вопросом. Что ты начал учить сегодня? Я ничего. Ничего? Ваня, ты что ты сегодня прокачивал? Ну я, блядь, треху пытался вспомнить. А я видел, ты сделал, правильно? Нет, тут нет, а там да. Че, на стол не сделал? Ну, еще не забрал. Алло, профайл, ну что, у тебя буква? Да. Попробуешь сейчас или нет? Ну, давай, если, раз, я когда с Диме загадаю. Если есть желание. Давай, типа. Я Диме загадаю. А вы в байк играете? Да. Давай. Ну вот. Вань, да попробуй еще для себя. Просто посмотри больше вниз, типа, куда ты крутишься. Давай, ты ж можешь. Что это рамаденчик или что? Нет. Не? А ты посмотрел на наклейку, собрал. А ты посмотрел на наклейку, думаю, что за приколы, типа. Этот Ваня, я угадаю Валика заказ. Треху дай. Треху, с трехом. Да. Давай. Да, качество нравится, все так насыщенно прям. О, нормально. Так а... Артём. Мульган, не чувствуешь, да, типа? Мульган, давай окей. Загадай, это же ты гадал Валику. Ты что не сделаешь. Да, пацаны, дальше что-то заказывают друг другу. Погнали по новую стрёху, да? Как в магаз. Давай. Где, в наклонке то? Ну, погнали тогда. Ай, блин. Я помню, как я ее делал. Я еще этот пытался ноус пятерку сделать. Не, ну я и ноус пятерку раз поставил. Я думал, что вообще не получится. И, кстати, у меня где-то видео есть там, где я ноус треху прям по всему этому тяну и прям донизу вот так съезжаю и выхожу. Если найду, то вставлю сюда. О. Давай. Знаешь, что там тяжело, когда вот это ванейки делаешь, заходишь, тебе надо после ванейки удержать баланс. Да, и что мне было вот всегда тяжело, я типа. Я недавно прям делал каждую попытку, каждый раз. А сейчас что-то не получалось. Я не знаю, я его просто не... Блин, ребята это тоже вот снимают. Ну что, давай. Дай пару попыток еще. О, да, Ярик, если бы так бы вклепать, было классно. Давай. Блять. Как я не люблю вот эту скользкую хуйню. Вот ничего не скользкое, только вот это. А ты что, в лужу въехал, типа, что оно подскользнуло? Или просто вот это... Смотри, я уже не... Да я сам стою, у меня... Я тут когда-то бар делал. Упал вот так, я поскользнулся, мне потом ролем колено. Ты сегодня без защиты? Да. Я сегодня хотел, потому что понял, что сегодня особо ничего такого. Угу. А ну, отойди сейчас. Ладно, отойди. Ага. Мне страшно. Да, стрём. Да нормально. Да, она заваливает. Тут надо наоборот переклониться, да, на 270, а она стрёмно. Еще плюс стрём появился. Давай еще попытки две и с этого ракурса я засниму. Все, у меня новый ракурс, теперь отсюда буду снимать. Воу! Ну вот это была вроде бы неплохая такая. Да, кстати. Вау! Раздал чисто.
Воу-воу-воу, заденет самокатера, нет, не задел. О, снимай отсюда один, я придумал. Давай. Я туда, а потом туда. Хорошо, давай. Ого. Ты три випа пробовал? Классно. Йоу! Ярик полетел как ракета. Е-е-е, тянет. А-а-а, там должен был быть барспин, и вот тут что-то еще должно. Давай еще одну, значит. Я? Так, что там по дизастеру? Да, был. Погнал. Е-е-е-е, давай. Давай, барспин. Блин. Я сам знаю такую фигню, знаешь, ты стараешься, едешь, а в конце линии ты такой, блин, запорол все, да, и думаешь, блин. Сейчас, я сделал. Не, не сложная линия, просто руки устают от мануала. Да, понятно. Сейчас, я еще чуть-чуть отдохну. Секунду 20. О, дизастер, мануал. Давай. Барспин. Е! Yeah. Давай, Ярик, сюда. Давай. Стилёк. Хорош. Обалденно. Знаешь, если б там был хавкабар, то ты просто б закрыл все. Давай. Он в трансфер, да, наверное? Ты сейчас, да? Классно. Блин, ты так классно сделал. Хорош. Ветер дует, типа, прохладный. Все, ты теперь накинул. Ты модник. Врите. Да. Моднявый ход. Ну что? Думаешь? Ты не учишь фуджем трешки? Или не, ну, или пока ну, не понимаешь, типа. Не нравится. Так, давай, что мне делать? Manual на wallride. Не хочешь? О, давай. Давай manual на wallride. О, только смотри. Так, Ярик погнал. О, хорош. Он недавно, кстати, начал делать только в квотере. Оу. Первая не пошла пока. Давай. Нормально, это, блин, едь делай вон эти бэкмену. Ой, блин, не потянулся вообще, да, типа? Ничего, бывает. Я буду мешать, чи не? Чуть-чуть. Ну сейчас я один разок засну пока. Давай, Ярик. Если так стоишь, то нет. Не, я перейду лучше. Давай. Так, подожди, надо просто сообразить. Ванайте бэкменал. Ты не устал, не? Да нормально. Ванайте бэкменал. И... Да потом сделаешь его manual на wallride или как? Пока что-то другое. Ну, пока вот это доделай в анете на back manual и фуджем, а потом на стол что-то сделай, и потом у тебя нормальная хода, в принципе, на этот ну, на manual wallride. А ну, пацаны, отойди. Тю, блин. Давай. Я обожаю, друзья, просто эти бэк-мануалы. И вообще, правда, я на кассете их люблю делать. Ну, хорош. Хорош, на стол, трешка. И там пошел мануал, смотри. Оу!
Неплохо. Ну, ты от... знаешь как? Ты про... смотри, ты отпрыгнул, в принципе, просто попал вот сюда, и а тут, ну, ехать, ну, оно же стопорит. Пацаны, дайте тут. Давай еще. Ну, давай три попытки, если не сделал. Ну окей, то... хорошо, а давай. Дальше. Давай. О, вот это было получше. Yep. Да, мне понравилось, вот это обалденно было. Мне понравилось, что ты на такой состав. Типа, знаешь, ты так отпрыгнул классно, я не знаю, как ты так отпрыгиваешь. Просто удачно попал на ствол, вечно то закидывают, то не докидывают. Из-за этого не получилось. Мне кажется, ну не знаю, что я, ты лучше сейчас делаешь в урай, чем я. Типа, или у меня более-менее тоже было. Тоже нормально. Я именно делал в урай, типа, прям впечатываюсь в стену. Потому что... Ты прям пытаешься проехать. Да, типа, мне... Я могу тоже. Каждый по-разному делает, да, и, блин. Ну, мне кажется, у тебя отпрыжка гораздо лучше, хотя, кто его знает? Ну, давай просто волрайд. А я уже на другой ракурс стану. О, все, нормально. Ну, что, у тебя тут есть какие-то вещи, или ты все? Да? Ну, погнали тогда, соберемся тогда и пойдем к нам тогда на кольцо ближе. Сейчас узнаем, что там. Блин, классно. Смотрите, друзья. Бар, Барби Микс. Вот такие вот футболки можете купить в моем магазине в инстаграме. Вот тут будет ссылочка. Я, кстати, это первый раз рисовал фотошопе вообще. Я вот эти все шрифты, вот это все вытягивал, короче, так делал эти штуки. Maker style. Делаю свой стиль. Это круто, я считаю. Ну это тоже была стильная я такая, не понимаю, знаешь. Почему? Я ногу наклоняю, видимо, когда паник делает. И хватается фрик. Ну чё? Всё, давай ультра последняя. Ультра последняя? Ну давай. У нас уже выпуск почти на полчаса, друзья. Я, может, урежу его, на минут 20 будет, ну. А, ничего, в следующий раз доберёшь. Что доберёшь? Да. Она вроде не сложно просто. Ну просто оно в конце неудобно, клонит, еще плюс ветер, он отвлекает. Ультра-ультра последний. Давай. Ладно. Короче, друзья, вот так вот мы сегодня покатались, поснимали немножечко контента. Да, Ярика, по сути, только поснимали. Типа, если вам понравился такой формат видео, поставьте лайкос, подпишитесь на канал и следите за новостями. Скоро, думаю, заснимем что-то еще. А, еще не пока. Еще не пока, да. Что-то поинтереснее. Я не знаю, я жду просто, пока на канале будет актив, чтобы снимать куда ролики покруче, чем сейчас даже. Так что, друзья, все. Вроде все сказал. Всем пока. Всем пока, да. Все, давай. Потом...